Green Day. Queen. Разные один. Разные два. Разные... Еще... А нет, разные. Поехали, вопросы? Короче. Беру за 1200. За 1200, Green Day. Что за песня? Я знал, я просто знал, что она будет. Boulevard of Broken Dreams. Бульвар разбитых, не знаю, желаний? Желаний, да. Dreams, мечтаний. А это не... Это праздник. Праздник, Зеланов, ребята. Хорошо. Это не Holiday? Holiday. А, серьезно? Неплохо. Не были бы слова, я помню только первую строчку. Это рождественская. Wake me up when September ends. И что-то из этого, видимо, является... А, это все и есть название песни? Что? Да? Кумовство! Кумовство, блядь. Отвечаю. В смысле? Просто пропела и такая, вот название. Так оно такое и было. Все, короче, это диалог, чисто. Я человек простой. Вижу название. Группа называется «Слюна». Слюна? Слюна. Плевок. Салива, bleed ага. For me. Салева. Да. Spit on him, brother, spit on him. Spit on him, on the non-believer. Назовите группу и песню. Это Breaking Benjamin, Diary of Jane. Нифига себе, Diary of Jane. А может Джун? Джейн. Ничего себе. Я случайно нажал кнопку, я блядь. Пытался вспомнить очень. Ладно, долго все. Припев. Она не сработала, отлично. Жесткий альфор. Если это знакомая, вот кто исполняет. Маузер это не танк. А, он сказал танк? Да. А я думал немецкий панк, типа. Немецкий танк. Франц Фердинанд. Франц Фердинанд. Понятненько. Какие-то глупые группы. Выноси меня, песня. И? Блин. Я когда-то ее слышал, но это ж такое себе. Рамы. Папа Роуч. Вот, Скарс. Ладно. Слишком лайт. Блин, это... блин. Да. А, я вспомнила. Behind Blue Eyes исполняет Limp Bizkit. Yeah. Неплохо. Там еще это кадры... та, которая No One Knows What It's Like? Да. Да-да-да. No кадры из фильма Готика, который я не смотрела. Только Life. О! Блин, это я не слышал. Саундтрек какой-то инди-игре. Это действительно песня. Я не помню. А где это? Звучит приятно. Это Марса, по-моему. Да, 30 секунд до Марса, а вот песня. Привет. Да, я не помню. Я не помню группу, говорит. Да, это они, но я теперь не помню название. Дина, потому что wait, это же другая. Значит, по-разному. Храбрые словечко чихлаблют. Рухнуло сердечко, взвился пулемет. Хлынули дороги,
Дрогнули мосты. Погоди немного. Это же... Это гроб, по-любому, но песня я не знаю. Это же... Ну, ты же был когда-то, а? Дембелем. Блядь, я не слушал такую хуйню. Назовите группу и песни. О! Блядь. Осень, в небе жгут корабли, ДДТ, осень. Точно? Нет. Точно мысли? Осень? Минус 1200! Начнем по-другому называется. Я же Дина Стрибкова, как ты мог, брат? Хорошо, давай так. Осеннее? Нет. Нет? Самоубийца, я не буду пытаться. Не, ну просто... Ладно. Меня когда-то срезали. Это осень. Да, я что-нибудь, что такое осень прям? Чёрт, да, да, это факт, да, что такое осень. А, блядь, это ж... Да, это же поёт. Что понял, такое да. Осень, это и пошло. Небо. О, блядь, сихо. Bon Jovi, It's My Life. Пошёл ты it's в жопу. It's My Life. Осенняя другая, да-да-да. Ненавижу тебя. Даже подумать не дал, блядь. Да ты даже спеть мне не дал, сука. Блядь. А это, это может сказать Арсюха? Pain oh. Shot your mouth. Incise. А как ты переклакал? Я на первом пике нажал. Ну я тоже на первом пике нажал. Я до первого пика нажал. До первого пика. Укажите название песни. Шел в жопу. Это We Are Champions. Блять, стой, погоди. Нет, Гош, ну как так? Ну срезай, срезай, чё? Выявил рак ее. Да ладно, блядь. Значит, со второго ответа, ой, помню, как какого-то ведущего за это ругали. Бля, я нажал полчаса назад. Это American Idiot. American Idiot. Да-д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 а. Бля, за 2000 будет какая-нибудь хуйня жесткая. Только жмись, блядь. Наверное, божественная симфония? Нет, это не. Где мои деньги? 5 очков, твою ж мать. Don't stop me now. Блин, а где ты? Все, я больше нажимаю на песни. Все, что я заработала на странах. Я не уверен. Томас Гоун. Давайте просто, каждый раз, проигрываю. Когда будете отвечать, мы будете будем напевать, да? Дальше. Да, я это слышу, но я не слышу. В новом сезоне «Черного зеркала» одна из серий называется именно так. Вот поэтому чат мне нельзя в казино. Кумовство, блять. Серия как кумовства называется. Не сработало. Чёрное зеркало. Kill the DJ. Угу, точно. I want to break free. Вот это наш человек. Я бы не помню, тебе надо кинуть, за что ты напеваешь. В смысле? Нет, блядь. Нихуя себе кумовство, блядь. Подождите, это она, нет? Там сейчас будет там. We are champions. My поехали friend. Дальше. The champions. Помни мою доброту. Сливай его. В смысле, нет. Он даже не спел. Он не спел. Минус тысяча. Так, снова пак музыки. Сколько можно уже петь, блядь? Там сейчас раунд. 7 раундов. Старая музыка. О, старая музыка. Старая музыка, два. Найс. Спокойная музыка. Ау. Музыка из фильмов. Оу. 8, биточка. Пики-брики. Музыка из сталкера, походу. И разная. А, нет, еще есть музыка из игр. Понятно. И не вошедшая. Жестко. Ни в какой из альбомов. Ох, Карина начинает. Ой, я не то выбрал. Неважно, старая музыка, два. Блять, это модерн токинг.
Можно бакет. Артика, вы свои бакет. Мемори? Валерий там же поется. Какое мемори? Валерий. У нас мемори. Джой. Джой. Вот. Джой, видишь? Они просто все одинаково пели когда-то. Похожи были. Исполнительная песня. Ты еще раз слышала, но я не знаю. Детство, это такая древность, у меня же просто ее станок посыпался. Посыпался? Может, это не от того? Может, не от того, не знаю. Ты снимаешь хату без этого, без души? Нет. Без ванной комнаты? Третья. Jasper Forks, River Flows in You. Не знаю, как на такое отвечать на самом деле. Да, я тоже не знаю. Давайте чики-брики за две с половой. Погнали. Давайте. О! О боже. О боже, зачем я нажал? Блять, не я еще, ладно. Так, значит, это Modern Talking, так. Черт. Мой сосед сегодня слушал на повторе с самого утра. Sherry Lady. Чики-чики лей. Да! Да! Два раза через, что за кумовство? Ужас! Фух, сердце забилось. Я заслужил. Одни, блядь, стрип-колы со мной играют. О! О! Икона Бразерс. Кто исполняется? Cotton Eye Joe. Ух. Ух, да, такой подытожил. Ух. А вот это? Это мой любимый Ace of Base, Beautiful Life. Самое интересное, что я вспоминал сегодня эту песню на предыдущем раунде. Совпадение? Не думаю, ты меня просто как называется, подсуживал уже заранее. Ну ладно, я не буду ничего. Да это кумовство, мы поняли. Не-не, я другое хотел сказать. А ну-ка скажи. Нет. Это Касабланка, а кто исполняет? Естественно, та, которая влюбилась в тебя. Касабланка. Я, кстати, первый раз слышу. Видимо, называется Касабланка. Касабланка — это же в Марокко. Джессика Джей. Джессика Джей. Как Джессика Джонс, только певица. О, спокойная музыка. Назовите исполнителя. Мне кажется, под неё... А что-то в ней есть. Я бы чилил под неё неплохо. Блин, а мне нравится оформление. Он все такие песни знает, хайповые. Не, я, да, не, он знает хайповые. Все такие. Ну да, да. Я ее слышал хайпы много раз. Рампаса Ангетанар. Чат, киньте мне, пожалуйста, первый кто-нибудь в личку ВК. Пожалуйста, просто пожалуйста. Мне плохо. Мне она понравилась. Это ремикс, назовите оригинал. Подожди, на кумовство, давай. Да. Он Меланхоли Хилберинус. Про длину волос спрашивали, примерно 70. Да какая разница, как? Да, главное, ты нажал на кнопочку, все, да, получаешь очки. А там есть. Никогда бы не подумал, что это он написал. А-а-а, блядь. Блин, может, Марикона? Господи. А если это Марикона, то это этот, блядь. Ну и? Блядь, это Шнуров, блядь, нет? Нет, не Шнуров. В смысле Шнуров? В смысле Шнуров? Это блин, не Марикона, Марикона, Чимай. Ну Чимай, я нет, бы сказала. Не, это нет, Шнуров, понятно. Нет, я просто, у меня, блядь, Шнуров ебаный в голове крутился. Да, конечно. Просто да, Шнуров. И за привет Мариконе. И за привет Мариконе, да, привет Мариконе, вот из-за нее. Шнуров — это просто, знаешь, если провести слово Шнуров через... Транслейшн? Да, через транслейшн и кумовство, то получится просто было, блядь. Да, Саш, ты уже заебал, если честно, я тебе правду скажу. О боже. А, это же, это...
Блин, имя, я забыла имя. Ванафас. Да, Ванафас, а Мейс, Мэнсон, а имя, забыла Мэнсон. Мерлин? Не-не-не. А, Осборн, блин, я смысле, я спутала, да. Да я путаю, я правда путаю Осборн и Мэнсон. Две фамилии. Да, да, они похожи. Честно, это самый чувак, который отгрыз голову. Это как лошадиная фамилия. Да. У меня в плеере она была. Я знаю, ну типа. On a bridge across the seven on a Saturday night. Susie meets the man of a dream. И все. Ну там, короче, Дон, Хо, что-то там back. Never give up. Сексуальная песня. Such a wonderful life. Хурц. Ну это. Это Zero Boys. Это прорывается. Может, не Уефана там был, значит. Ну это Уефан. Уефан никогда не выходили в этот чемпионат. Ну так говорите, кто там отвечает. Как хуй знает. Я не нажимал. Ну, получается, нажимал. Я тебе поднажал, Инсайз, давай, отвечай. Блин, ну это не знаю, что там, УЕФА, Лига Чемпионов, блядь, я не знаю. Исполнитель, я точно не знаю, кто писал эту хуйню. Ну так это что? Кто писал эту хуйню? УЕФА? Ну и? Ну это гимн УЕФА. Поджигатель, вы не первый, кто говорит, что я похожа на Куплинова. Как бы странно это ни звучало. Кецк. Музыкальный инструмент называется? Музыкальные... Нужно назвать два музыкальных инструмента, которые используются. Ага. Ну это какой-нибудь укулеле и гитара. Или балалайка и гитара. Может банджо? Может правда банджо? Это по гитаре стук идет. По доске, по самому. Ну я понял. Все поняли. Это гитара и мини-барабаны. А, барабаны. Легко пришло, легко. Которые бонги или как-то. Ой, блядь, кто выбрал. В каком фильме играла эта музыка? Это Ямакаси? Нет. Как же называют очки? Это блядь, такси. Это такси, блядь. Спросишь, чувак, это? Сейчас он нет, сказать, не, для не тебя спрошу, не спросит. Бля, ну, значит, часть не такси. Спрошу, часть не спрошу. Ну, значит, это не такси. Потому что это шаг вперед. Смотри, не забайтесь. Фред, да я просто тебя прочитал, как открытую книгу. Чатики, вы молодцы, угадали. Кахоны. Барабаны для рук, да, кахоны называется. Тоже надо это говно называть. Чики-брики. Версия. Что за версия? Что за версия, чики-брики? 8 бит. Yes. А, это... Ну вот и легкие 2000. Вот тебе легкие. Да, обратно вернул почти. Люди потели целый раунд для 2000, а ты вот так вот. Музыкальный инструмент. Это аккордеон. Да? А как отключить это? Ну там вот этот вот звук, самый такой низкий, типа. Вот он, типа, только там хуярится. То есть сразу понял, что это не гармонь, не баян, да? Да, это баян какой-нибудь. У меня дед на аккордеоне играл. Может, ты сам тоже играл? А что надо сделать? Что надо сделать? Чики-брики! Кто-нибудь остановите это! Battlefield. Какая часть? Какой? Третья. Я думал, это вообще Overwatch. Я так хотел нажать! Я так ждал, что он 4 скажет. Это Play of the Game. А что это? Что это? Где играет эта песня? Сталкер Зов Припяти. О, это Чистое небо, Чистое небо. А где игровые? На базе бандитов. Ты можешь выбрать депо? Одну? Блять, Чистое небо. Ты меня назвал, я три части назвал. Вот, Гоша, после этого не говори, что... Мавство, я знаю. А теперь и к тебе тоже. О, что знакомый. А! Это, блять, Machine Gun Kelly Till I Die. Или это ремикс? А, ну заебись. Это она, это ремикс 8-битный, все правильно? Till I Die. Ремикс охуенный, кстати, есть. Не помню, кто перепел его, кавер. Блять, это Sonic X.
таким же 21 Pilots. Да ладно, вы не поняли? Это проигрыши? Чего это было? Нет. Remember me for centuries там было. Понятно. Погнали. Бля. О боже. Я забыл. What is love, baby, don't hurt me. Как группу, да, как группу, да. А я нажал, я думал, я первый буду. Так хорошо, что я не знаю. А ты знаешь группу? Нет. Я знаю только тоже ее название. Блин, сейчас у меня на плеере есть, я слушаю в самолете, как она. Как она? Как она? Как она? Это этот, как его, Джим Керри. Джим Керри. Блин, это не Дэвид, нет, не Дэвид Гетта, нет. Нет, ты чё? Ты шо, какой дуэт-то? Ой, как будто ремикс сделал, видимо нет. Там просто есть изначальная версия, и потом... О, да, эта музыка помогает. Те же сами сети, ты понимаешь? Сейчас будет так. Нажимай, Гоша. Я не помню. Я знаю тоже название песни, типа, но исполнителя я не помню. Все знают у этой песни только название. Не, я в шоке был. Хэдва, да. Хэдва, да, типа, да, да. Песню добавили в 8 бит. Он, по-моему, афроамериканец, да? Ожидаемо почему-то. Это 21 пилот, Stress It Out. Booking 21 Pilots and Imagine Dragons. Везде пролезут. Рик Эстли, never gonna give you up. И что еще никогда не сделает Рик? Never gonna let you down. А что еще? Around, around, и что это такое? Харчу. Харчу, да. Погнали дальше. Не вошедшие 4К, погнали. Опа, погнали. Назовите исполнителя песни. Как зовут эту женщину? А я, короче, недавно смотрел афишу, они там отгадывают песни, там вот была, там название именно женское, девушка это поет, а песня как называется, так стрёмненькая. Да. Стрёмненькая. Лили Аллен. За 4000? А вот это? Любая песня из клуба. Ты чё, вообще старая, вот такого клуба. Да-да-да-да-да. Сельская дискотека. Знаешь, такие деревянные клубы. Крис Паркер Симфони. Бук. 2006. Не вошедшая. Назовите исполнительную песню. О, боже мой. Успела. Это Шакира, Whenever, Wherever. И то? Чё? Нету такого в ответах, сорян. В смысле? Ну я не знаю, в ответе было не так. Сейчас я гуглану. А что это? По-моему, это... БСТС миллион раз крутили. А Дина сказала whatever или нет? Не, я сказала whenever, wherever, это эта песня. Это 100%. Не, ну она вроде whatever называется просто. Ну, написано. Не, она называется wherever, whenever. Вот я вынесла, если что, на экран. Нет, стопудово whenever, wherever. Wherever. Ребят, ну проверьте в этом самом углаче. Это BSTS все время крутилось. Ну блин, я ж не знаю Шакиру, у меня написано Suerte. А может есть... Так это, наверное, это испанская песня. Может есть правильное и неправильное название? Как или два названия. Шакира Суэрте. Вот на Википедии статья про песню Whenever, Wherever. Она называется на Ютубе Суэрте в скобочках Whenever, Whenever. Даже сингл. Ну, можешь нажать, и все решат. Ну, типа, я прав. На Ютубе она называется так, типа, я так ищет. Ну, двойное название, давайте засчитаем, и все, что сидим? На туре, и так уже... Мы же уже кумовство нашли, так что давай. Да. Ну так нажми, пусть Дина нажмёт, типа я права, и вы ей скажете так. Ладно, а у меня такое... А, вот, сейчас я прав. Я прав. Ладно.
Окей. Да, играем, что я нашел, там есть скобки, но может я не там нашел. О, в чатике написали, что это в испанской версии она называлась, вот эта вот суэрта. А в английской whatever. Ну да, то, что мы все знали, это вот это whenever, а теперь forever. Выбирай. А это спасибо. Была какая версия? А это испанская. Вот этот текст. Так, о чем мы зачитали? В смысле? Тогда подожди, а чем она отличалась-то? А да всем текст да другой, испанским языком? Я против. Подожди, а там испанский еще был испанский язык? Песня другая, да? Все. Ладно, ладно. Да ладно, ты уже сними. Выбирай. Да, выбирай, выбирай. Мы рофлим. Понятно. Про Нарико, да? Матрица. Ну, непонятно. Нет, блядь. Да это, блядь. Это же фильм, сука, про Нариков называется, ты же не знаешь. Ай! Блин, я поняла! Я не нажал. Я не нажимал, блядь! Ну нажимал. Это, блядь, Да-да-да, это с Джаредом Лето фильм. Давай, я тебе помогу. А нужно фильм или песню? А, да. Это Пола Кенфолд был, да? Зу Йорк? Упоротый, блядь, фильм. Говно просто самое натуральное. Такая краткая рецензия. На упоротый фильм говно. Какой игры данная композиция? Это факт за полис? Я могу разминировать. Похуй, я попробую. Это Battlefield Hardline. Подожди, Инсайз. Это не Battlefield Hardline, я видел. Просто куб. Там, где из этой песни взяли вот этот скрип и вставили собаку там, которая скулит такая... Блять, как я рос. А в чатике может кто-то дойти, если знают, о чем я? Это просто такой рофл на века. GTA San Andreas. Лол. Из какой игры эта композиция? Ой, будь здоров. Вот угадывайте игру, чихо. Понял, ты Assassin's Creed не бойся. Не, у меня мурашечки похожи. А от ассасина таких мурашечек не дождаться. Бизон кривей, кривей не играл. А! Бать, ну я рискну. Last of Us? Yes, брат. Сука, а чего у тебя мурашки могли идти, блядь? Да ему просто холодно стало. Шок. Ну я, наверное, дом сказал. Так, у нас зависло. Кто хочет пожертвовать очками? Dark Souls? Нужно, чтобы кто-то тоже нажал и типа какой-нибудь, срезался. Какой-нибудь, не знаю, что еще может быть. Дина, у тебя 14 тысяч. Ты уже нажал. Тебе все равно вернут. Майнкрафт? Ну? Counter-Strike? Но она не знает, да? Да, я не знала. Ну вот, просто... Так ты засчитай, и потом... Ты либо можешь засчитать и минуснуть, либо не засчитать и прибавить. Да, засчитай, чтобы она сбилась. Так она собьется сейчас. Да? Да. Вот, видишь, сбилась. Добавить просто. А теперь потом добавляй. Ебать, это видимо. У меня, кстати, чат отгадал. Боже, будет здрав. Спасибо. Ты поменял уже? Ты же знал, что у Терентия Ведьмака, блядь, мурашки по коже. Ну, ему нравится, видимо. Оооо! Арстоцка Грейтес Кантри. Ой, я играла в такую игру. Papers, please. In the world. Слава Ростоцке. Sweet Ginger Green. Это This is Police. Green. Зелененькие. Это моя версия. Что это? Inside. Да, это музыка Inside, да. Чисто мой саунд. Я исполнитель, композитор. Ничего не делал, кроме музыки. Барт на корабле. Барт. Чтобы еще, давай музыку из фильмов. В каком фильме играла? Блять. О, я разминирую. Нет, это... Это такси. А часть? Сука. Ненавижу тебя. Бля, ладно, давай подумаем. Это было, знаешь, когда? Это было Дима вроде Кудряшов, бы... Привет. Да срезайся, я хочу послушать. Нет, подожди. Это момент, короче, когда вроде бы ограбление банка было. Или что-то там...
Это нет, это где этот был? Где был, который связанный, блядь, на ЕГЭ, типа 2018, блядь. Ну, это третья, наверное, я не знаю. Третья? Ах, сука, блядь, нет. Пошел. А может, блядь, я знаю. Вторая. Гош, ну что ты? Да, это вторая. Ну, блин, ну это же тот момент, правильно? Карина, Карина, можно ответить? Ну, это когда ты знаешь. Они возле банка стояли и смотрели. Ну, мне просто интернет злобый, так нечестно. Блядь, такая заранее просто. О, подожди секунду, походу нашли мой заказ. Ты пиццу заказывал? Да, это оно. Посмотрите, сейчас я скину. А этот нет? А, ты про... Да, я в TeamSpeak сейчас скину. Мне в ЛС скинули вот этот видосик. Это про... Это про... Да, это он, да. Она выбрала уже, она уже выбрала. Рандомно. А что тут? А что надо угадать? Исполнители песни. Я знаю. Это Моби, Lift Me Up. Сука, долго вспоминал, блядь. Ох, Моби красавец. А что это старая музыка была или что это? Это была вообще вроде, я не знаю, чёрт всю хуй брал. А ты рандомно выбрал. Погоди, старый. Ну и? Что, никто не нажмёт? Нет. Это гача-бас. Я хочу... А, вот что такое гача-бас. Выбирать? А, да. Я... Такое кто-то слушал вообще? Нет. О боже. О, так, и кто это исполняет? Коко Джамбо. Я недавно попал на... Это же чёрный... Я помню, я вот недавно мы играли, ну недавно играли в Си, я отвечал, блядь, это говно. Это чёрный мистер президент. Да, тоже, я тоже помню, что ты отвечал, да. Просто да, в чате написали, а сейчас не написали. Да. Я, блядь, кто исполняет это? Не знаю. Сейчас. Сейчас я вспомню. Блядь, нет, давай вспоминай. Блядь, это Guns N' Roses, нет? Да. Да? Блядь, о, а название песни не надо? Knock on Heaven's Door. Я просто не слышал. Просто помашнить хотел. Она даже в фильме играла охуенном, который «Достучаться до небес». И так же и называется, блядь. Да, это вот. Отличный фильм. С Тилем Швайгером. Такой обычненький. Не, хороший фильм не надо. На недельку. Здорово! Так. Я уеду. А как будет песня? Исполнитель это я помню, а вот... А кто? Я вот... Как бы Комарова или на недельку в Комарова? Или я уеду в Комарова? Ну, если ты скажешь мне исполнителя, то я думаю, я тебе могу засчитать. А знаешь, мне кажется, я уже... Нет, не рискну, я, наверное, неправильно подумала. Это не он. Ёбаный в рот, всегда. Я случайно нажал. Да как ты все время случайно нажимаешь? Да я, блядь, правой кнопкой вообще, блядь, мимо нажал, блядь. Потом заходишь в свою игру и нажимаешь на, блядь, я на тебя нажимаю, не сами. Пиздец, блядь. Печально. Ты обоишься. Игорь Скляр. А, не-не-не. Охуенно, блядь. Чётко. Чё не я выбираю, вообще классно. Ну, давайте вот это. Написал, наверное, Комарова там в поиске быстро. А название песни? Это Рики Мартин. Viva da Liga. Я бы сочетал. Да. Viva da Liga. Исполняет Рики Мартин. Все нормально. О боже! А кто поет? One way ticket to the Dacia. Dacia. Боже, как называется? Это либо Абба, либо Бонни М. Ну точно не Абба. Подожди. Точно не Абба. Блин. Значит Бонни М. Эраб. А Эраб. Блин, а я помню этих Эрабшин, кстати.
Господи. Да что-то... Имя. Канадский исполнитель. Канадский? Да, он из Канады. Ну, светловолосый. Стинг. Он из Канады? Mm-hmm. Я думал, он англичанин. Ты даже знаешь, откуда исполнители? Ну, если я не ошибаюсь, он из Канады. Если я не ошибаюсь. А когда родился? Ну, судя по внешности, может быть, 61-й, 59-й, где-то так. Размер стопы. Я предполагаю 44. Ну, блин, ребята. Давай выбираем. Все нормально. Мы рофлим. Can't touch this. О, боже мой. Это же самый знаменитый MC. MC Boomfunk. MC Boomfunk, да, can't touch this. Да, какой Boomfunk? Ты что, дурак? Арсюха, ты сука. Да можешь. Нажимай, Карин, нажимай. Блядь. Это MC Хаммер. Да. MC Молоток. Блядь, Арсюха, ты вообще вот сюда зашел, блядь. Можно ему минус 15 в ТС дам, блядь? Счастье вдруг. Кофе. В тишине постучало. Блядь. Фильм... Блядь, Иван подожди, Васильевич меняет профессию. Это не Иван Васильевич меняет профессию. А там да. Фильм надо было назвать? Да. А, блин. А, ну все, отлично. Я бы думал, ты просто так спросил. Кстати, Стинг из Британии, я ошиблась. Серьезно? Форсаж. Надо фильм назвать? Да, бля, ну форсаж это часть кто-нибудь скажет. Восьмой. Нет, это шестой или пятый. Шестой. Как же он угадал? Ух. Это в конце фильма прям было. Ай, се у тебя бегу, ай, ай, се у тебя бегу, эй! Что-то натяносное. Носа, оси, 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 ты почти, да, ты Карина, почти. Нажимай всегда, если по слогам. Адре Локо. Я помню этот клип, крутили тоже в Вест, если где-то где они едой кидаются. Я вспомнил. Группа Трэвис, песня Синг. Ого. Плохо вспомнил. Не что творит это Дина? Вы посмотрите на меня. Да? Дальше исполните мне песню. Фитус, привет. Fire King, здравствуй. Где плохой русский рэп? Алекс Куменус, здравствуй. Плохой здрасте. Русский рэп. Почему плохой? Везде. Ну, хуёвый. Везде. Ты его подразделяешь? Не, ну вообще Клауд Рэп, там Фараон, там LJ, не знаю. Да, там Фейс, да. Can you be my doctor? Can you fix me up? Can you bite me down? А кто это исполняет? Как же он скатился, получается. Give it up, say my name like a jersey. Snoop Dogg, блядь. Заставлю тебя потеть. Это Snoop Dogg? Это Snoop Dogg. Ебать. Я тоже не подумала бы. О, блять, исполнитель не помню. Я могу сказать название. А, у него очень сложно. Ой, а это бы я послушала. Я не помню название. Да там I want to call my name или что-то такое. I wanna... Скиньте, пожалуйста, name. Мне эту тоже. Скиньте, пожалуйста, мне в ВК в личку. Какое название группы? Спасибо. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. О, это... Ух ты, это что вообще такое? Первый раз слышу. А я
стою. А кто-нибудь слышал? Конечно. Да? Да. Я на репите слышал. Блин, что-то в ней есть. Persephone's Peace. Оу, щит. Скиньте мне, пожалуйста, ее тоже. Хочу, чтобы во рту оставался честный вкус и гарантия. Нам название какое? Мне очень дорог твой взгляд. Зефира какая-нибудь. Ну, да, это она, но название песни я не помню. Да? Поесть, я, кстати, эта песня. Бесконечность, Земфира. Да, Карина? Боже, с кем я встречаюсь? Ну, я люблю. В смысле? Понятно.